Светлана Турисас. Письмо Богу из Саласпилского лагеря смерти. Мой добрый Бог, как я теперь без мамы? Мне очень надо, чтобы ты помог. Сними с меня фашистскую пижаму и дай мне хлеба и воды глоток. Я есть хочу, я очень голодаю. Хочу вишневый бабушкин пирог. Ведь ты же Бог и можешь все, я знаю. Молю, чтобы скорее мне помог. Мой добрый Бог, фашисты, злые волки. Ты видишь все, ведь ты на небесах. Они нас мучают, качают кровь иголкой. Теперь я знаю, что такое страх. Я видел сам, как этим ранним утром загрыз до смерти Варю черный пес. Осталась ее тряпичная кукла. А немец в тачке девочку повез. Мой добрый Бог, а что такое души? А небо для детей из молока? Там, наверху, есть яблоки и груши? Тогда хочу к тебе, на облака. А здесь, в бараке, холод, вши и крысы. Вчера нашел огромную нору. Едим траву. Ни ложек нет, ни мисок. Ты маме передай, что я умру. Мой добрый Бог, для нас готовят печи. Я так боюсь сгореть, ведь я живой. Я лучше пулям побегу навстречу. Ты только не покинь и будь со мной.